Всем привет, с вами Какой. Сегодня я на сбитом между Человеком-пауком и Черной Пантерой. Начнем с Черной Пантеры. Черная Пантера, настоящее имя Т'Чалла, могучий король африканской страны Ваканды. Он очень хорошо драться, так что у него есть костюм из вибраниума и когти из вибраниума, которыми он пользуется очень хорошо. Также высокая прочность. Попорочнее будет Человека-паука. Высокая ловкость наравне драться с капитаном медика и зимним солдатом из Килиманджаро. Очень хорошо может драться. И также он может еще и перенаправлять энергию на соперника и сильную ударную волну делать. Также Черная Пантера имеет много чего. Например, у него есть такая вредная привычка. Он может всю энергию перенаправлять на соперника, его силу удара. Если Черную Пантеру ударить, то он станет еще сильнее. А если его ударить, второй вариант, если его ударить, тогда он может всю энергию удара своего противника перенаправлять на своего соперника. Переходим к Человеку-пауку. Человек-паук. Настоящее имя Питер Бенджамин Паркер. Человек-паук был обычным подростком, но его укусил радиоактивный паук, и он стал Человеком-пауком, необычным человеком. Высокая прочность, небольшая регенерация, также большая скорость и ловкость. Выпускает паутину и довольно хороший интеллект. Наравне дрался с зимним солдатом, соколом и капитаном Америкой, с Мистерио, Веномом и Зеленым Гоблином, с многими другими соперниками. Он очень сильный. Также Человек-паук поднимает до 50 тонн, высокий интеллект. И также он должен связать сегодня Черную Пантеру и, например, повесить его на здание. Либо его завязали вообще паутинами. Сегодня Черная Пантера будет побольше своего соперника. Размер за Черную Пантеру, так как он старше и он выше. Он старше Человека-паука. Ну, на посадок своем параметры. Итак, сила. Черная Пантера 1-0. Прочность. Черная Пантера 2-0. Скорость. Человек-паук 2-1. Ловкость ничья 2-3. Интеллект Человек-паук 3-3. Регенерация Черная Пантера 4-3. Сегодня побеждает Черная Пантера супер трудно. А как вы думаете, Человек-паук или Черная Пантера? Напишите потом в комментариях. На сегодня это все. Всем удачи и всем пока.